Всем привет, с вами снова я Бакфак. И сегодня мы разыгрываем пейн, который пройдет 15 сентября. А именно между Луисом Альбертом Лопесом и Джетом Гонсалесом. Саш, на мой взгляд, здесь сердцем придется позвонить Лопеса, и я должен одержать природу единогласным выношением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого пейнинга, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также подходишь, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым перед нашим взором пришел Луис Альберто, Арлен Лопес. 30 боев, 28 побед, 16 из них нокаутом и 2 поражения. А вот и его оппонент, Джоэт Гонсалес. 29 боев, 26 побед, 15 из них нокаутом и 3 поражения. Сейчас рефери напомнит большим правилам, и мы начнем. Первый раунд, погнали! Восьмин, Кэлинч. Точно Гонсалес. Снова попадает в Джоэт. Мимо. Он помахивается Лопес, Восьмин. Неплохо. Мимо. Попадает чемпион, претендент отвечает. Точно Лопес. Мимо. Попадает Луис Альберто. Восьмин. Попадает чемпион. Президент отвечает. Восьмин. Мимо. Точно. Лопес. Неплохо. Попадает его и Шарубилта. Мимо. 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 Возьмем. Точно Гонсалес, Кэлинч. Мимо. Возьмем. Попадает Лопес. Снова Восьмин. Неплохо. Кэлинч. Попадает чемпион. Мимо. Кэлинч. Точно Гонсалес. Попадает Гонсалес и потрясен чемпион. Пытается президент сейчас добить своего визави. Мимо. Точно Гонсалес. Мимо. Попадает Лопес. Точно Гонсалес. Мимо. Первый раунд завершен, и он за Джетом. 10-9, Гонсалес доделывает.
the head, then finish to the body. И у нас второй раунд. Точно на вопрос? Восмен. Снова восмен. Мимо. Мимо. Точно на вопрос, он убил вот так Кэлэнич. Ганшадос отвечает. Мимо. Точно джет. Мимо. Восмен. Мимо. Точно Гонсалес. Снова попадает джет. Мимо. Точно Лопес был. Гонсалес попадает. Мимо. Неплохо. Восмен. Мимо. Точно Гонсалес. А, первый кот. Мимо. Мимо оба. Восмен. Точно Лопес. Мимо. Попадает Уилсон Билтон. Снова попадает Лопес. Мимо. Попадает Гонсалес. Кэрлинч. Восмен. Мимо. Точен чемпион. Восмен. Неплохо. Попадает Лопес. Мимо. Мимо. Лопес попадает. Мимо. Попадает Уилсон Белтон. Неплохо. Точно Гонсалес. И второй раунд тоже за претендентом все-таки. 2-18 Гонсалес лидирует. И у нас третий раунд. Попадает Лопес. Гонсалес отвечает. Неплохо. Мимо. Восмен. Точен джет. Чемпион отвечает. Кэрлинч. Неплохо. Попадает по корпусу Лопес. Точно Гонсалес. Восмен. Мимо. Снова восмен. Точно джет. Мимо.
Ну вот, взяла паузу. Кэрлинит. Осмен. Снова Осмен. Точно Лопес, Гонсалес отвечает. Неплохо. Мимо. Да, это Войсер Белта. Точно Гонсалес. Мимо. Восмен. Мимо. Чемпион попадает. Мимо. Мимо. Точно чемпион. Гонсалес отвечает, вот уж точен, Кэрлинич. Мимо. Попадает снова чемпион. Апперкот от Гонсалеса. Мимо. Кэрлинич. Мимо. Точно Лопес. Гонсалес отвечает. И третий раунд за чемпионом. 29-28. Лопес лидирует. Вернее, лидирует-то Гонсалес. Просто раунд забрал Лопес. Немножечко ошибся на сейчас. Приношу свои извинения. А он сам же класс наделает Лопес, 29-28. И у нас раунд номер 4. Восмен. Точно дожжет. Мимо. Точно Гонсалес. Снова попадает претендент. Кэрлинич. Мимо. Попадает Лопес. Снова точен чемпион. Гонсалес отвечает. Восмен. Мимо. Мимо. Восмен. Апперкот. Снова Восмен. Мимо. Точно Лопес. Попадает Войсер Белта. Неплохо. Восмен. Попадает чемпион. Мимо. Точно снова Лопес. Снова попадает чемпион. Восмен. Попадает Лопес. Мимо. Точно Лопес. Восмен. Гонсалес отвечает. Восмен. Точен претендент. Чемпион отвечает. Мимо. Неплохо.
неплохо. Попадает чемпион. Росмен. Снова Росмен. Точно Лопес. Росмен. И четвертый раунд чемпион все-таки забивает себе в копилку. Сейчас он становится раундом. 5-й раунд. Точно бежит. Росмен. Мимо. Росмен. Кэрлинч. Росмен. Точно Лопес, Гонсалес отвечает. Мимо. Очень близкий поединок. Мимо. Помахивается снова Лопес. Гонсалес точен. Попадает Джоэт. Лопес отвечает. Мимо. Росмен. Точен чемпион. Снова попадает Лопес. Мимо. Помахивается Гонсалес. Мимо. Мимо. Росмен. Точен Лопес. Снова подает чемпион. Гонсалес отвечает. Кэрлинч. Неплохо. Мимо. Неплохо. Мимо. Росмен. Точно Лопес. Мимо. Попадает чемпион претендент отвечает. Мимо. Попадает снова Луис Альберто. Гонсалес точен. Мимо. Снова точно Лопес. Снова попадает чемпион. Неплохо. И 5-й раунд. Луис Альберто забивает свою копилку. 48-47. Лопес выходит вперед. И у нас 6-й раунд. Точен чемпион.
А Пилокот мимо. Попадает Гонсалес. Чемпион точен. Ласмен. Мимо. Мимо. Попадает Лопес. Ласмен. Снова Ласмен. Мимо. Попадает претендент. Мимо. Мимо. Точно Лопес. Мимо. Попадает Гонсалес. Ласмен. Мимо. Точно, дожимает. Снова попадает претендент. Неплохо. Точно, Гонсалес. Мимо. А, Пилокот. Мимо. Помахивается Лопес. Мимо. Ласмен. Точно, Гонсалес. Попадает Дужет. Неплохо. Керлинч. Снова точно Гонсалес. Мимо. Мимо, чемпион точен. Попадает Лопес. Ласмен. Мимо. Мимо. И шестой раунд. Чемпион минимально забивает свою копилку. 58-56. Лопес впереди после первой половины боя. Посмотрим, что нам покажет вторая половина боя. И у нас седьмой раунд. Точно Гонсалес. Ласмен. Мимо. Точно Гонсалес. Лопес отвечает. Неплохо. Мимо. Мимо. Керлинч. Мимо. Попадает претендент. Точен чемпион. Неплохо. Точно Лопес. Мимо. Попадает Лопес. Гонсалес отвечает. Керлинич. Мимо.
попадает. Бежит. Мимо. Неплохо. Попадает в лотос. Снова точен. Чемпион. Попадает Гонсалес. Мимо. Росмен. Точен претендент. Мимо. Росмен. Снова обменяюсь большими ударами. Мимо. Точно, лотос. Мимо. Росмен. Попадает. Лопес Гонсалес отвечает. Неплохо. Мимо. И седьмой раунд также за чемпионом. Шат 8, шат 5. Лопес доделают. А у него сразу счет 67-66, но у него пользу. И у нас вау номер 8. Точно на Лопес. Гонсалес отвечает. Неплохо. Мимо. Точно на Лопес. Неплохо. Мимо. Мимо. Росмен. Снова Росмен. Мимо. Попадает Гонсалес. Снова точно держит. Мимо. Блудс giving his opponent headaches here now. He's throwing punches, but he's able to block them away. Мимо. Росмен. Точно Гонсалес. Лопес отвечает. Мимо. Мимо. Попадает Лопес. Гонсалес отвечает. Росмен. Мимо. Чемпион точен. Мимо. Мимо. Точно, чемпион, претендент отвечает. Мимо. Попадает Гонсалес. Мимо. Точно, держит. Росмен. Попадает снова претендент. Росмен. Мимо.
Мимо. Мимо снова. И восьмой раунд за претендентом. 77-75. Чемпион ведет. И у нас девятый раунд. Неплохо. Мимо. Точно Гонсалес. Мимо. 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 Апперкот. Точно Лопес. Керлин. Гонсалес отвечает. Мимо. Попадает чемпион. Претендент. Точен. Неплохо. Мимо. Неплохо. Точно Лопес. Мимо. Апперкот от Лопеса. Мимо. Точно доживет. Неплохо. Точно чемпион. Апперкот. Восьмен. Мимо. Точно Лопес. Снова попадает чемпион. Мимо. Оба. Точно Гонсалес. Росмен. Мимо. Попадает Дежет. Мимо. Неплохо. Мимо. И девятый раунд за чемпионом. 87-84. Вот это что делают. И у нас раунд номер 10. Керлинч. Мимо.
Точно на Лопес. Снова попадает Луис Альберто. Гонсалес отвечает. Неплохо. Мимо. Мимо. Да, это Лопес. Гонсалес точен. Мимо. Ласмин. Точно дожимает. Лопес отвечает. Мимо. Ласмин. Первый код. Мимо. Точен. Джет. Лопес точен. Мимо. Кэдлин. Ласмин. Точен чемпион. Мимо оба. Мимо. Точен претендент. Ласмин. Опережает претендент своего визави. Мимо. Ласмин. Неплохо. Точно Лопес. Ласмин. Точно Гонсалес. И 10-й раунд все-таки минимально за претендентом. 96-94. Чемпион ведет. И назад чемпионские раунды. А у нас результат 96-94 в пользу Гонсалес. И у нас раунд номер 11. Точен дожат. Мимо. Мимо. Попадает Гонсалес. Мимо. Точно Лопес, Кэдлин. Неплохо. Точно, дожат. Попадает Гонсалес. Мимо. Первый кота. Точен Гонсалес. Мимо. Претендент точен и клинчует. Первый кот. Мимо. Точен джет. Мимо.
Вдает ганшанус. Неплохо. Попадает. Дожет. Неплохо. Очень близкий поединок. Мимо. Попадает претендент. Мимо. Попадает претендент, потрясен чемпион. И у нас первый нокдаун в этом поединке. Смотрим, как это было. Чемпион счет, и бой продолжается. Мимо. Мимо. Точно. Претендент. И 11-й раунд уже претендент. Плюс нокдаун. И таким образом, перед финальным раундом у нас ничья 104-104. И у нас заключительный раунд. Мимо. Точно Гоншарес. Расмен. Мимо. Неплохо. Точно Лопес. Гоншарес отвечает. Неплохо. Мимо. Попадает претендент. Расмен. А, первый кот. Неплохо. Точно Гоншарес. Мимо. Попадает Гоншарес и подключен чемпион. Неплохо. Мимо. Попадает Лопес. Неплохо. Мимо. Точно претендент. И у нас пошла последняя минута поединка. Неплохо. Расмен. Мимо. Керлинг. Точно Гоншарес. Лопес отвечает.
Мимо. Точно, претендент. Мимо оба. 114, 113, Гонсалес. Ждем судейское решение. И победу с решением одерживает Джоэт Гонсалес. Сто 115-111 и дважды 116-110. Вы посчитали раунды со второго по пятый и один судья отдал ему седьмой, то есть восьмой раунд. Основные все за Гонсалеса. Причем 12 судья и 10-8 нокдаунов не было. В одиннадцатом нокдаун был, так что тут все логично. 10-8. Все, давайте обратимся к статистике. Лопес провел 380 ударов из 1021. Гонсалес 325 из 763. По нокдаунам 0-1. У Луиса Альберта 150 из 424 в голову, 230 из 598 в корпус и 40 91 из 244. У Джоэта 123 из 347 в голову, 202 из 416 в корпус и 40 64 из 168. По раундам. Первый 32-34, силовые 7-5. Второй 32-24, силовые 6-4. Третий 30-21, силовые 11-4. Четвертый 39-30, силовые 11-4. Пятый 37-22, силовые 12-6. Шестой 32-34, силовые 9-7. Седьмой 31-25, силовые 6-5. Восьмой 33-30, силовые 6-9. Девятый 34-19, силовые 8-4. Десятый 31-26, силовые 7-7. Одиннадцатый 22-34, силовые 3-5, нокдаун 0-1. И финальный 28-28, силовые 5-4. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пройдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой-большой вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.